Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Trend Split Strategy. Данная стратегия состоит из различных индикаторов для бинарных опционов, включая как сигнальные, так и осцилляторы. Также в данной стратегии присутствует платный индикатор, который ранее продавался за $280, но сейчас его без проблем можно найти в свободном доступе или скачать с нашего сайта. Сама по себе стратегия появилась уже после индикатора Split, который поначалу трейдеры получали только после покупки, а позже уже делились им в сети. По итогу многие начали тестировать данный индикатор различными способами, и как итог была создана данная стратегия. Первое, что стоит отметить, это то, что стратегия генерирует довольно много сигналов. Поэтому при торговле по данной стратегии обязательно стоит отслеживать текущий тренд, так как если брать все сигналы подряд, то будет попадаться довольно много ложных сигналов. Если вы не знаете, как определить тренд и как торговать по нему, то об этом можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Если говорить об остальных правилах торговли по данной стратегии, то они максимально просты. Для покупки опциона Call нам необходимо, чтобы появилась зеленая стрелочка, также цена должна находиться над индикатором параболик, индикатор Split должен быть зеленого цвета, а белая линия индикатора QQE должна быть над голубой. Экспирацию стоит использовать в 5 свечей. Опционы Put соответственно покупаются, когда появляется красная стрелочка, также цена находится под индикатором параболик, индикатор Split красного цвета, а белая линия индикатора QQE находится под красным. Экспирация также используется в 5 свечей. Стоит отметить, что данная стратегия может легко запутать новичков, так как в ней довольно много сигналов, а правильно определить тренд могут не все. Поэтому альтернативными способами фильтрации могут выступить другие технические индикаторы. Довольно неплохо с данной задачей справляется индикатор MACD. Для этого добавим его на график со стандартными настройками. Использовать можно как пересечение нулевого уровня, так и дивергенции. И для примера, после того как индикатор MACD пересек нулевой уровень, можно ожидать сигналов от стратегии, после чего входить в сделку. Также те трейдеры, которые знают, что такое дивергенции, могут использовать их в торговле. И в данном случае можно наблюдать классическую дивергенцию, после чего, дождавшись сигнала от стратегии, смело входить в сделку. Также еще одним индикатором, который можно использовать в качестве фильтра, является индикатор аллигатор. Добавляем его на график также со стандартными настройками. И как можно видеть, если взять предыдущий случай, то получаем ту же самую картину. Линии аллигатора пересекаются и направлены вверх, после чего появляется сигнал от стратегии, и его можно смело использовать. Обратную ситуацию можно наблюдать в данном случае. И как только линии индикатора пересеклись, а также начали отдаляться друг от друга, появляется сигнал от стратегии, после чего можно покупать опцион Put с экспирацией в 5 свечей. Третьим вариантом фильтрации сигналов могут послужить уровни. Использовать можно как свои собственные уровни, так и индикатор. В нашем случае мы воспользуемся индикатором KG Support and Resistance. С этим индикатором, а также другими индикаторами уровней можно ознакомиться в специальной статье на нашем сайте, ссылка на которую будет в описании под видео. Как можно видеть, уровни индикатора помогают фильтровать сигналы. И входить в сделку можно и в данном случае, несмотря на то, что не все условия по стратегии были выполнены. Но более правильным вариантом будут сигналы, которые находятся рядом с уровнями, как в данном случае. В заключении хочется сказать о том, что данная стратегия обязательно требует тестирования на демо-счету, так как из-за такого количества сигналов стоит оценить все ситуации, которые могут произойти. И также в идеале необходимо подобрать какой-то из предложенных фильтров и проверить его в работе. Если стратегия будет использоваться на реальном счету, то никогда не стоит забывать про правила money management и risk management и использовать в одной сделке не более чем 5% от депозита. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!